Козероги, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на август месяц. А что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? В конце расклада я возьму для вас карту совета. И первая карта для вас — девятка пентаклей. Девятка пентаклей показывает, что в начале месяца вы должны уже выйти из этой пустотной, депрессивной, да, апатии, да, желания, что ничего не нужно вам сделать. Или в желание, что вы должны что-то, знаете, ожидать кого-то, или какая-то, что так как же мужчина, так и женщина, да, что человек напишет вам. Вам нужно просто, если хотите выйти уже в это, из этой состояния, вам нужно просто сделать какие-то действия, да, заниматься как-то с собой больше. Давайте посмотрим следующая карта, карта рыцарь кубков. Рыцарь кубков — это показывает, что вы должны плыть по течению. Вы должны радоваться вашей жизни, то, что у вас происходит. Вы должны понимать, что не всегда в жизни происходит так, как мы хотим. Вы должны понимать, что есть и какие-то перемены. Да, они могут быть не в лучшую сторону, но вы должны радоваться, да, вашей жизни. Вы должны, знаете, как говорится по этой карте, наполняться энергией и плыть по течению, да, как рыба в воде. Да, понимать, что в жизни происходит, да, и происходят и такие ситуации. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта для вас — это карта рыцарь пентакли, преодолевание своих страхов. Знаете, какие-то преграды в вашей жизни вы должны преодолевать. Это касается ваших страхов, это касается вашей неуверенности, это касается того, что вы сидите в ожидании и думаете, что что-то изменится в вашей жизни просто так. Нет, здесь вам нужно поработать, да, над своими страхами, да, дать себе возможность и понять, что не нужно всегда бояться, не нужно всегда, чтобы быть в этой состоянии, да, плакать и в ожидании. Давайте посмотрим следующая карта на середине, десятка кубков. Знаете, после дождя всегда выходит радуга, солнце, да, вы должны понимать, что бы ни происходило, всегда наступит тот момент, когда все это налаживается. И у вас вот будет происходиться, да, вот уже в середине, вы более будете счастливы, больше будет какие-то эмоции у вас будет выходить, да, вы будете радоваться, да, ваши чувства, да, ваши желания, да, они как-то восстанавливаются больше в середине месяца. Давайте посмотрим следующая карта для вас на середине месяца. Это королева жезлов. Королева жезлов — это показывает, что очень долго, если касается это отношения, мои дорогие женщины, вы очень долго как будто простили. И у вас из-за этого были страхи, да, вот это состояние, что вы можете потерять отношения, вы можете потерять человека, вы можете не быть счастливы. Но посмотрите, вы должны быть благородны и к себе. Вы должны понимать, что не нужно всегда прощать что-то людям. Вы должны думать и о себе, полюбить себя в первую очередь. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на середине. Это у нас семерка пентаклей. Взращивание новых идей, взращивание новых целей, мыслей, желания. Может быть, дать себе возможности не бояться попробовать новые отношения, попробовать с новым человеком пообщаться, попробовать даже что-то взращивать в тех отношениях, в которых вы находитесь. Может поменять работу и не бояться, что у вас не получится в другом месте. Здесь может касаться это. Здесь просто вы должны понимать, что у вас идет, да, стремление, цели к новому. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это тройка пентаклей. Тройка пентаклей — это тот период, когда вы должны, мужчины и женщины, пройти. И вот в конец августа у вас должно быть или какое-то повышение квалификации, или какое-то новое обучение, новых знаний. Может быть, да, какое-то обучение, которое вы можете, ну, преподавать кому-то, и благодаря этим людям вы повышаете и свои знания, и свои финансы. Но это тот период, когда вы можете спокойно начать чего-то новое. Если это касается работы, то вы можете спокойно начать новую работу. Или занимайтесь чем-то и дополнительно тоже. Вот это тот период, вот конец августа, вы можете это сделать. Давайте посмотрим следующая карта на конец. Это только
только ваше стремление, это только ваше желание. Если у вас будет цель, стремление, желание, мысли, то вы получите, да, вот награду за то, что вы будете стремиться. Это новый шанс, да, для того, чтобы более стабильной стали, да, больше вот финансовое положение, чтобы у вас улучшилось. Давайте посмотрим следующая карта. Это карта совета, что вам высшие силы советую вас, мои дорогие. Карта отшельник. Вот именно август месяц, даже с начала, вот вам дается время, чтобы вы делали какой-то самоанализ. Знаете, у вас будет даже август месяц, как будто вы ищете себя. Как будто вы дополнительно что-то ищете. Но это ваше желание. И если это будет ваше желание, это правильное ваше желание и ваше стремление. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.